взять тебя играть в индастриал. А что ты играешь? Какой индастриал? На чем ты играешь? Напиши. Я с удовольствием. Только что в твоем представлении индастриал. Люди думают, многие, что индастриал это уц-уц-уц-уц-уц-уц-уц. Какие считаешь группы индустриальные? Где купить мухомор в Украине, я, к сожалению, не знаю. Я думаю, что... Я вообще не представляю, вообще, что там в Украине сейчас происходит. Есть как минимум... Вот, напишите, где они есть. Где есть в Украине место. Я думаю, сейчас... Нам не вообще всем не помешают мухоморы. Оно всегда жестко, во всем мире всегда жестко. Вопрос индастриал очень сложный из-за того, что true индастриальщики не пытались создать из этого жанров. Да, индастриал не проявился вот в той мере, о которой я ждал и мечтал, поэтому я стал сам такое делать. Размеренный, медленный, ужасный, как каждый удар, это как будто наковальня, как будто гильотина опускается. Вот такое должно быть. Как будто отрубается голова чья-то. Но должно быть так же страшно, должно так же, такой же вибрации должен вызывать. Каждый удар, каждый акцент ритмического рисунка, и он должен быть как можно медленнее, размереннее. Я хочу еще ритм менять. Вот если бы так было, как мы могли бы импровизировать и в унисон играть. Заебали эти ритмы, эти квадраты, эти, блядь, мы... должно быть прям как природа. Да, не то чтобы возрождать, а вернуться вот к этому ощущению экстремальному, вот этому андеграундному, когда ты вылезаешь из помойки с кучей с какими-то железяками, с разбитыми руками. Конечно, так делать не надо. Эти звуки можно делать и аккуратно. Но ощущение должно быть такое. То, что наработано было вот этими странными ребятами из Missing Foundation, Swans ранние там. О, подзабыл все группы. Ну, тот же Лайбах древний. Вот такое оно. Тревожные вибрации. Но мне как раз нравился более вот, древний Swans медленный. И Missing Foundation, две группы, которые сейчас слушаются. Swans очень хорошо слушается. Просто звук такой немножко середины много. Нету хороших низов, нет и хорошей сочности, хорошей проработанности звука. Сегодня это можно сделать прям достоверно, как вот оно в жизни звучит. Поэтому скинь мне в личку, что у тебя есть, какие звуки. Давай, увидимся. В декабре я буду посвободнее, приезжай. Я хочу купить синт, как наплечный синтезатор. Корк или Роланд. Это чтобы в руках его держать и с ним как бы с гитарой бить по клавишам. Естественно, пустить его через дисторшн или там каким-то образом понизить напряжение, если получится такую к нему подвести приблуду. Да, трансцендентность не раскрыли, а потому что ушло все в танцевальность. Вот в эти в ритмические полуметальные конструкции. Вот. Все стало таким... Ну, God Flash забрал всю монополию индустриальную. Себя втянул, к себе внимание переключил на себя внимание, все ушло в такой трип-хоп. Вот, поэтому он как бы загнулся.
поманили вот этой сладкой конфетой полуметальной. И все, и как бы эксперимент он не закончился, но он остался на уровне каких-то вот таких радикально разрушительных интонаций. Потерялась, да, инфернальность, и потерялась ритуальность, медитативность. Ну, не везде, на концертах это можно было только почувствовать. Запись не передает этого ощущения. А мне хочется, чтобы запись передавала. Барье Чендлер, Адесанья Перейра. Чендлер, Перейра. Ну, мне так хочется. Мне Чендлер симпатичней. Барье меня бесит. И Адесанья бесит. Вот и все. Адесанья скучный. Парье дерганный. Перейра охуенный, вышел в какой-то бразильско-индийском наряде. И Чендлер очень вежливый, тактичный, умный, приятный человек. Хочется, чтобы он был чемпионом. Согласен ли я, что индастриал еще был что-то между модерном и... Я вот эти модерн, постмодерн. Постмодерн – это попса. То есть это популярная вот... как это, пыль в глаза, популярность всего такого как бы необычного, модерна, да, модерн, который популярен, авангард, который популярен, постмодерн, это какая-то жвачка. Я не знаю, кто там, какие модерновые идеи через постмодерн. Понимаешь, когда мы употребляем слова «модерн» или «постмодерн», мы можем разные смыслы в них вкладывать. Для политиков постмодерн – это одно, для художников, для поэтов – это другое. Для историков – это вообще что-то еще следующее. «Ракет-канон» очень нравится, да. Кстати, надо будет посмотреть, новый альбомчик вышел. Просто, по-моему, «Ракет-канон» что-то там было очень мало всего. Мало альбомов, если я не путаю. Мне нравилось. Spotify я не пользуюсь. Я не понимаю, что это за Spotify, что это за хуйня такая. Есть Apple Music, открываешь, покупаешь и пользуешься этим. А как Spotify пользоваться, я хуй его знает. Можно скачивать? Мне нужно, чтобы у меня альбомы были скачаны, чтобы я мог этой музыкой пользоваться. Использовать ее при монтаже и так далее. Плейлист. Да у меня там мусор один. Очень много дедкора бессмысленного, пустого, который я просто слушаю, потому что ну, ищу какие-то звуки. В основном весь дедкор говно. Последний альбом, этот самый... Челси Грин что-то мне не пошел. Может быть, настроение было не очень. Я песню Моргенштерна про Оксимирона с большим удовольствием послушал, чем Челси Грин. Заебало одно и то же, блядь. Еще тем более делают из дедкора мелодик какой-то. Добавляют туда симфоник. Дедкор — это пиздец, позорище. Мне кажется, что вот это вообще такая манкая хуйня, ну, в которую Челси Грин скатились, потянула их вот в эту пошлятину. Хоры вот эти вот, симфоник, вот эта пошлость дикая, блядь. При том, что очень неплохо все там звучит, и интересные рисунки брутальные. Но этот симфоник, это, блядь... Поэтому что там у меня... Хуйня. Могу. А, так не показать. А, ну я скину в историю. В сторис сейчас скину. Все, пока.